Дело потихонечку движется. Вот собрал, сейчас смотрю самый медленный режим. Вот оно как выглядит. Это половина, это еще без блока мощности. Сам модулятор. Соответственно, немножко применяю. Можно. Будет вот так вот пульсировать, чтобы не было привыкания. Ну, вот так вот пока дело движется. Ну, вот основной модуль готов, настроен. Пока едут корпуса, можно провести всесторонние испытания. Пока я излучатели без корпусов подключаю, настраиваю частоты, настраиваю интервалы, скважности. Вот. Пока все мне нравится. Ну вот теперь собрал. Вот оно как выглядит теперь в собранном виде. Вот это окончательная проверка. Сейчас ультразвук работает. Будет заглушать, душить известное свойство этих устройств. Можно устраивать комнаты переговоров. Вот. Теперь это все подключено. Вот. Оно так немножко, я вам скажу, только все-таки ультразвуковое напряжение, оно не высокое, до 30 вольт, но на пальчиках ощущается. Кстати, забыл сказать, решил записать кусочек. Для проверки эффективности излучателя я использую такую программку на Android. Ну, они есть на любые системы. Вот. И при работе излучателя четко на 22 килогерцах тут пик. Можно, не засомневаясь, если что-то изменилось, можно просто включить программку и, допустим, около дома встать и посмотреть. И сравнить данные, которые были при монтаже, и, допустим, через месяц, как оно там себя ведет. То есть это очень просто. Но это на точное измерение это не претендует, потому что микрофон смартфона, он 22 кГц с очень большим трудом воспринимает, поэтому он будет безбожно врать. Но оценить относительное значение можно. Вот просто рекомендую. На самом деле программ очень много, я не рекламирую программу, можно и шумомером, вообще любая программа, которая покажет частоту и значение. Вы просто его сохраните и там через какое-то время сравните. Можно также для настройки, для перестройки, скажем, там, от птиц на насекомых, когда главный модуль, основной модуль управления перестраивается частота, то тоже можно немножко здесь вот смотреть, и оно вполне достаточно. Я сравнивал с точными измерениями, оно очень похоже. Оно, конечно, не совпадает, но по частоте хорошо меряет, а по уровню уже не так важно. Ну, вот это все, что хотел сказать.